Здравствуйте. У нас продолжается история перепалки между Логиновым и Тихоновым. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что готов выдать все свои телефонные звонки, чтобы только доказать свою непричастность к доносу на Логинова, которое стоило тому выступление на масс-старте на чемпионате мира в Анхольце. Напомним, что ранее Дмитрий Губерниев написал в своем телеграм-канале, что информация, по которой Сара Фуссик написала заявление в полицию на биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Каспировича во время чемпионата мира, пошла от Тихонова. Комментатор также добавил, что копии документов из Италии находятся у него в руках, и их фрагменты он обязательно опубликует. Ничего подобного не было. Я не такой идиот, как Губерниев. Он уже не знает, как укусить Тихонова. Я выдам все свои телефонные звонки. Ну реально, дурак дураком. Ну что тут еще сказать? Заявил Тихонов в своем интервью. Нам остается только напомнить, что перед эстафетой на чемпионате мира в Анхольце в номер Александра Логинова и Александра Каспировича ворвалась итальянская полиция. Ну а поводом, собственно, стали подозрения в контрабанде допинга и проникновение Каспировича на чемпионат мира под чужой аккредитацией. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!